Ну что, это виртуальная студия. Она нарисована специально для этой съемки. Все, что вокруг, не существует, а меня сейчас снимают на зеленом фоне. Вокруг меня есть много интересного, о чем я сейчас расскажу, но самая забавная вещь – это выдвигающийся экран. Вот место, куда вы можете расположить видеоролик, прямое включение, видеозвонок, просто фотографию. Или взять и убрать этот экран, чтобы он нам не мешал. Тогда мы увидим, что вокруг нас множество других экранов, на которые тоже можно расположить либо видео, либо фото. Все, что будет показывать ваш бренд, ваш продукт и делать эту студию вашей. Также вокруг сейчас достаточно конкретная цветовая политика, но она может быть полностью другой. Можно перерисовать все, можно поменять цвета в этой студии, можно сделать ярче, темнее, интимнее, наоборот, агрессивнее, все что угодно, потому что студия виртуальная. Помните, что для этого нужно время, и помните, что то, что вы сделаете здесь, будет очень отличаться от унылого контента, который мы вынуждены наблюдать сейчас в эпоху принуждения к онлайну. Спасибо, это Михаил. Вроде все рассказал. Если есть вопросы, звоните.